Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зинаида Голубева и онлайн-школа русской росписи. Сейчас я вам покажу знак оберег мезенской росписи «Солнце в зените» на небольшом березовом спиле. Использовать я буду циркуль, карандаш, линейку, тоненькую кисточку белку номер 2 и две краски темперные – кадмий красный темный и сажа газовая. Сейчас я продемонстрирую, как на деревянном спиле нарисовать по мотивам мезенской росписи пароходик.